Всем привет! Сегодня сделаю курочку чахохбили, курочку разделаю по кусочкам, так? Перчик, но сделаю не просто, а чахохбили с баклажанами. Ну что, курочку разделал, смотрите, спинку и остов отправляю на бульончик, а все остальное, ножки, бедрышки, крылышки, отправляем жариться. Частично снимаем шкурку с баклажанов. Смотрите, берем баклажаны и тоже отправляем жариться, но в другую сковородочку. И жарим их отдельно от курочки. Переворачиваем нашу курочку. Так, смотрите, чтобы была корочка. Курочка жарится, порезал лук и добавляю сюда масло. Порезал болгарский перчик и отправляю его к курочке. И это уже становится красиво. Взял две ложечки хмели сунели, ложечку базилика сушеного, чили перец сушеный и перца просто 4 вида. Все это в нашу курочку отправляем. И теперь, и только вот теперь мы добавляем соль. До этого мы не солили курицу. Все, заливаю это помидорочками. Можете использовать перетертые томаты. Я просто в блендере порубил свежие помидоры. И накрываю крышечкой. Пусть тушится. Порезал чесночок и туда же его добавляем. Теперь смотрите, вот хорошо обжаренные баклажанчики. Корочкой. И также теперь наши чахохбили. Теперь мы это все накроем и пусть вкусы объединяются. Хочу показать курочку вам. Вот она, курочка тушененькая у нас. Да, курочка. Берем кинзу, петрушку, укропчик и все это мелко рубим. Ну и самое главное в конце эту зелень кинуть в наш сотейничек. Все, зелень кинули, накрываем крышечкой и выключаем.